Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как мы с мамой съездили на бизнес-форум. Вот такой вот мой бизнес в Москве, который проходил 11 декабря 2019 года на стадионе ВТБ-арена, стадион «Динамо», бесплатно. Это форум о бизнесе, где многие спикеры представляли свои программы, свои семинары и рассказывали о том, как работает бизнес в Москве и в России. Мне было достаточно интересно узнать много нового. Это примерно то же самое, чему я училась на своем курсе MBA. Практически прошла еще один урок, где я узнала, что малый бизнес в России не так сильно развит. Он только-только начинает как бы зарождаться и продвигаться и распространяться по всей России. Государство наконец-то выделило некий бюджет на ближайшие 5 лет. И вот мой бизнес, такая программа, которая помогает новым предпринимателям, которые только что организовали свой бизнес, как-то продвинуться, как-то продвинуть свой бизнес на рынок, на российский и на международный. Так, мы приехали на стадион «Динамо», где у нас будет проходить бизнес-форум. Приехали мы на стадион «Динамо» в 9 часов утра. Регистрация шла полным ходом, и нам выдали вот такой вот билет и паспорт предпринимателя Москвы, по которому можно соединять свои бизнесы с другими такими же участниками форума, имея вот такой вот номер ID. Мы прошли на стадион, где нас встречали девушки такие в синих формах, наверное, это динамовские девушки, и заняли свои места, где на каждом месте лежал такой пакетик вот с такой вот программкой, где представлены все спикеры, которые будут говорить на этом форуме, а также поля для записи. Мама, кстати, записывала что-то, а я снимала на видео. Кое-что вам покажу и расскажу. Первая лекция Оскара Хартмана, который является основателем компаний CarPrice, Activa и CupiVip, а также экспертом в области e-commerce и краудфандинга, где он рассказывал о том, какие бизнесы нынче развиваются в России и за рубежом, естественно, во что стоит вкладывать, какие инвестиционные проекты у него на данный момент имеются, и как надо анализировать весь бизнес для того, чтобы вкладывать в нужные вещи. Главным, на его взгляд, для большинства людей является скорость и стоимость доставки, а также клиентоориентированность обслуживающей компании и доверие к ней. А инвестировать сегодня лучше в недвижимость, в местные торговые центры, в дистрибьюцию продуктов питания. Кроме того, популярными становятся такие направления, как фармацевтика, здравоохранение, финансовые продукты и интернет-услуги. Быстрее всего, по его мнению, будут расти маленькие компании, которые будут вкладывать свои средства и знания и умения в такие продукты, которые до сих пор пока не оцифрованы, такие как строительство, фермерское хозяйство, земледелие и производство продуктов питания, ну а также всякий ширпотреб, который постоянно востребован человеком. Но, как ни странно, в одежду, например, люди стали вкладываться в 2 раза меньше, то есть люди уже насытились тем, что у них есть, и им не надо много. И это действительно неудивительно, видишь, на многих свалках абсолютно новые вещи выставляют люди, чтобы, может быть, кто-то другой взял, потому что накупили, вот то, что я говорила про потребительство и про ажиотаж. Когда ты пришел в магазин и покупаешь вещь не потому, что она тебе нужна, а потому что тебе просто хочется ее купить, а потом она лежит годами невостребована, и ты ее выкидываешь. Для чего это надо? И люди стали задумываться о том, что а зачем тогда вообще покупать и тратить на это деньги? Лучше уж вкладывать их там в путешествия, в какие-то мероприятия, на которые хочется сходить. По мнению Оскара Хартмана, надо все упрощать, абсолютно все гениальное просто. И его девиз по жизни звучит так: «Просто делай просто». Оскар Хартман построил 10 компаний в России и в 75 инвестировал. Он говорит, что будущее бизнеса – это платформа, и надо вкладываться в платформы, что он успешно и делает. Следующей лекцией была лекция Питера Вестербека, основателя и создателя такой популярной игры, как Angry Birds. Он рассказывал о том, что как внезапно его проект, который был буквально локальным, то есть о своих играх он рассказывал,
рассказывал только семье, знакомым, друзьям, и они стали играть. Angry Birds была одна из 50 игр, которые он придумал. И он рассказывал о том, как внезапно его игра вот так вот взяла и выстрелила, буквально благодаря одной олимпийской чемпионке, которая на Олимпиаде играла в эту игру. Так что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Конечно, лекция его была на английском языке, и когда я начала слушать его на английском, потом внезапно включился русский перевод, я стала слушать и английский, и русский. Русский как бы коряво немножечко звучал, потому что очень сложно переводить с английского. По-английски вроде все так интересно, он рассказывает, а по-русски, когда слушаешь, уже как-то зал начал тухнуть. Немножечко. Но, тем не менее, люди слушали его, и было достаточно интересно узнать, как продвигать новые проекты и как внезапно может выстрелить именно твой проект. А после этого вышла Ирина Хакамада, ради которой, собственно, я и приехала, послушать умного человека, политического и общественного деятеля, бизнес-тренера, кандидата экономических наук, доцента, о том, как инвестировать свои эмоции в капитал. То есть ее лекция звучала так: эмоциональный капитал, как эмоции превратить в доход. Основная мысль Ирины состояла в том, что человеку сегодня надо быть стрессоустойчивым. Человек должен управлять своими эмоциями, справляться с ними. И это является эмоциональным интеллектом бизнеса. Что такое эмоции, спрашивает она? Это рефлекс, с которым надо справиться, а мы забиваем его и подавляем его. И вот чтобы эмоции не вредили здоровью, бизнесу и вообще всем вокруг, их надо прожить, то есть пережить их, но пережить интеллигентно. Что она говорит? Эмоция занимает всего 2 минуты максимум. То есть, когда мы счастливы, нас разрывает от счастья, когда мы негодуем от того, что что-то произошло негативное, мы должны пережить это и забыть. То есть, если возможно, когда к вам пришла некая эмоция, и вы не можете ее пережить, потому что находитесь среди людей, возьмите паузу, выйдите в туалет там или просто попросите минутку на размышление, и выйдя из комнаты, переживите ее, мысленно там побейте своего директора или полетайте от счастья, но придите в норму тогда, когда вам это необходимо, пережив вот эти вот самые первые эмоции всего 2 минуты, а потом забудьте о них. То есть, если вы пережили эти эмоции и не забыли о них, тогда уже начинает появляться установка. Установка на то, что это произойдет там плохое, негативное. То есть, вы себя просто накручиваете дальше, особенно это в негативном плане. Что там, допустим, кого-то начальник уволил, и вы думаете, вас назначат на это место, вы будете следующим, а начальник назначает кого-то другого, и у вас появляется такая негативная установка, вы как бы получили эту информацию, пережили и начали размышлять, значит, я плохо работаю, значит, я не заслужил доверия начальника, значит, бла-бла-бла-бла-бла, и вот эта установка все больше и больше вас угнетает. И эту установку надо менять. Бизнесмен должен справляться со своими эмоциями, со своими чувствами, со своими рефлексами. Особенно, если это лидер. Сегодня, когда все стремительно меняется, лидер должен выдерживать такой пресс, такую нагрузку и не только указывать на цель, которую должны добиться его подчиненные, а также сказать команде, что именно надо делать. Сегодня очень быстро и стремительно смешиваются все компетенции. Каждый специалист сейчас не только исполнитель, но и творческая личность. А лидер должен создать коллаборацию, то есть синергию среди вот этих вот творческих личностей, которые будут работать на благо одного единого целого, на благо компании. И для этого лидер должен обладать бизнес-эмпатией, то есть любовью к своим подчиненным или, по-другому, если сказать, пониманием каждого. Но не просто так вот поверхностно, а именно глубоко понимать чувства и стремления каждого исполнителя и давать им именно ту работу, о которой они мечтают и которой они наслаждаются.
и не нагружать их той работой, которая им не интересна. Если лидер сможет объединить тех людей, которым интересно одно, а других людей, которым интересно другое, то все эти капиталы будут работать на благо компании, на благо одной единственной цели, к которой компания стремится. То есть, когда что-либо происходит такое, что ваши эмоции не терпят отлагательства, что вы вскипели или наоборот суперсчастливыми стали, надо их прожить всего 2 минуты, а дальше забыть и whatever. Эта фраза, кстати, стала у меня любимой в Англии, whatever. Будь что будет. Потому что столько всего на меня навалилось в Лондоне, и хорошего, и плохого. А особенно, когда очень много было плохого и негативного, меня просто распирало, что мне делать дальше и так далее, как жить. Потом я как-то подсознательно сама пришла к такому выводу, что вот оно случилось, с этим надо что-то делать, и дальше закрыться, отпустить, забыть. Вот это. И вот после того, как она рассказала обо всем этом, мне больше всего понравилось следующее действие, которое вывел ее ведущий. Он сказал, что достаточно много смотрит ее инстаграм-фотографии, где она практически каждую пятницу тусит в ночных клубах и танцует под какую-то музыку. Deep House, по-моему, под которую она вот так вот танцует. Просто растворяется в музыке и так плывет по течению. Пока, пока не садимся. Вы объединяете свою энергию друг с другом. Она вся позитивная. Я объединяюсь с вами, и мы уходим в вибрацию. И он попросил так вот немножечко ее потанцевать. Вывезли такой диджейский пульт, где она немножечко так подиджейла. Ведущий попросил весь зал, там, по-моему, около 15 тысяч человек собралось в тот день, зажечь на мобильниках огоньки и посветить в тот момент, когда она выведет дорожку на максимум. Было очень интересно, как будто бы такой всемирный катарсис произошел. То есть она вывела на максимум, и люди все танцевали, тоже там я снимала. И вот это вот как бы стало хитом всего бизнес-форума для меня. Я уже потом на ВДНХ также танцевала. Ну и как бы, когда зажглись все эти огоньки, просто какой-то, знаете, эмоциональный всплеск произошел вообще всего стадиона. И после этого на таком вот приподнятом настроении, на таком эмоциональном фоне, так как мы уже насытились информацией, и информацию уже не могли воспринимать, особенно мама, а для меня какая-то информация уже была повторной, потому что я это проходила на курсе MBA, мы решили пойти дальше уже гулять по Москве и не слушали следующих спикеров. Я уверена, что и другие спикеры говорили о каких-то интересных темах, но их можно будет послушать на сайте «Мой бизнес» вот по этому паспорту предпринимателя Москвы, предпринимателя России. В принципе, я поняла, что я вовремя вернулась в Россию, надо найти только, куда вкладывать свои силы и знания, свою нишу для того, чтобы развивать свой малый бизнес в России. Мне интереснее было бы продвигать какие-либо проекты на международную арену, то, чему я, в принципе, училась на MBA за границей в Англии. Кстати, тут в России я подсела вот на такую бизнес-литературу, и читая журнал РБК, вот недавно узнала, что многие проекты, у нас очень много инноваторов и инновационных проектов, но они не продвигаются на международную арену, потому что многие не знают английского языка, не знают, как действовать, не знают, куда представлять свои проекты. Я в Лондоне часто ходила на бизнес-выставки, на бизнес-тренинги, на бизнес, маркетинг, ритейл, инновации, экспозиции. Именно там продвигаются все новшества. Там очень много таких вот семинаров, как на форуме, где эксперты рассказывают, куда вкладывать свои инвестиции, какие сейчас развиваются технологии, инновации и что нас ждет в будущем. Именно так я бы хотела работать, вот ездя по разным странам и представляя какой-либо инновационный российский продукт на вот этих выставках. Так что, если кому-то нужен такой специалист, который будет продвигать ваш товар на международном уровне, я готова, я тут. Пишите мне вот на этот email, и, возможно, я буду в следующем году работать на вас.
Это всегда мне было интересно. И так, как сказал Оскар Хартман, если вы следите за мировыми трендами, если вы следите за новинками, за тем, что сейчас происходит в бизнесе, вы будете на волне. Желаю всем начинающим предпринимателям быть на волне, найти свою нишу и стремиться в топ-10 Forbes. Смотрите мой канал, подписывайтесь на него. Я буду часто рассказывать о тех выставках, которые я посещала в Лондоне, и о том, куда я пойду в следующий раз. Будь то Москва, будь то Питер, или любой другой город страны и зарубежья. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч!